Добрый день. Всем добрый день, дорогие участники. Надеюсь, меня видно, слышно. Если что, можно писать в чат. Да, было бы здорово, если бы кто-то написал, слышно меня или видно. Супер. Спасибо, что реагируете. Меня зовут Лилия Шорова. Я из туроператора «Сакральная Бурятия», основатель и директор туроператора. Спасибо огромное, Руслан. Что мы делаем? Мы организуем трансформационные путешествия на Байкал. Сама я начала свое путешествие в туризм. У меня было 3-летнее кругосветное путешествие после того, как я работала в банке достаточно долго. Мне было немножко скучно. А потом мы с мужем сделали такое кругосветное путешествие. И я поняла, что после этого, в общем, не могу больше не работать в туризме. И где-то 5 лет назад я начала работать в туризме сначала как гид в Волгинский Дацан, в наш центр буддизма. Потом впоследствии образовался вот такой вот туроператор, который называется «Сакральная Бурятия». Сама я йога-инструктор сертифицированный, психолог, дочь шамана. Поэтому наши путешествия, они в основном связаны с какими-то трансформационными историями. И благо наш регион позволяет это делать. Какие страны посетили? Ну, была на всех жилых континентах, ну, кроме Антарктиды. Разные страны, на самом деле, там порядка 40 стран, больше 40 стран. Мы ездили по таким самым далеким-далеким странам, где люди максимально приближены к настоящей жизни, к тому, к аутентичной жизни, к естественной жизни. Ну, это было интересно, когда к человеку относятся как к гостю, а не только как к источнику дохода. Поэтому для меня туризм такая тема достаточно щепетильная, можно сказать, потому что я была вот на той стороне, где люди, скажем, принимали меня очень хорошо, очень красиво, и, в общем-то, я всем им благодарна. В общем, мы сегодня говорим про трансформационное путешествие на Байкал, на Бурятию, о том, что здесь можно делать, какие возможности для гостей Бурятия предлагает. Мне кажется, что Бурятия – уникальный регион в этом, несмотря на то, что у меня большой достаточно бэкграунд посещение различных мест и стран, и мы были в очень красивых странах, конечно, там 9 месяцев мы прожили в Новой Зеландии и примерно столько же на Таити, поэтому я знаю, что такое очень красивые места, но тем не менее Бурятия для меня не стала менее красивой и менее значимой. Трансформационный тур на Байкал, вот здесь сегодняшняя презентация будет связана с авторским рецептом перезагрузки, который придумала одна из наших гостей, Ольга Лебедько. Она сначала приехала в Бурятию, впоследствии написала вот такой вот тур, и сейчас является сооснователем ретритного центра, который строится в Бурятии. Переходим. Так, попробую пролистать на следующий слайдик. Что вообще такое Бурятия? Бурятия, если говорить коротко, да, то это, конечно, центр буддизма и Волгинский Дацан, то здесь можно достаточно хорошо изучать буддизм, это, конечно же, Байкал, то есть люди едут на Байкал, здесь места силы, кто-то едет просто на Байкал погулять, подышать, посмотреть, насладить глаза, а кто-то, к примеру, хочет изучать вот именно места силы и посещать их для того, чтобы насыщаться новыми открытиями, назовем это так. И в-третьих, Бурятия, конечно, связана с шаманизмом напрямую. То есть здесь тоже можно встречать шаманов, которые являются туристическими шаманами. Мы с такими шаманами непосредственно работаем. То есть у нас есть, я не говорю, что они у нас в команде, но тем не менее есть шаманы, с которыми мы работаем на достаточно такой с основательным подходом на постоянной основе, скажем. Есть те, которые хорошо работают с гостями, поэтому мы с ними тоже постоянно связь держим. И, конечно, помимо того, что Бурятия – это еще Бурятия – это, конечно, аутентичная культура. Некоторые гости приезжают в Бурятию, нам говорят, что вот мы как будто бы попали в другую страну и в другой контент, и контекст культурный, в котором ощущается, как будто бы мы в другой стране. Конечно, если бы еще мы говорили не по-русски, да, на улицах, так вообще было бы такое ощущение, что гости попадают куда-то в другое место. Поэтому с этой точки зрения Бурятия очень интересное посещение, очень такая аутентичная, интересная, можно смотреть культуру,
кухни, естественно, да, и вот такие вот истории. Но у нас в наших турах упор происходит именно на духовную составляющую. Мы помогаем отвечать людям на вопрос, кто я, зачем я, что я могу сделать. Люди, которые к нам приезжают, они преимущественно уже достигли достаточно больших высот в карьерном плане, в материальном плане, то есть базовые потребности закрыты, и, конечно, хочется узнавать о себе что-то больше, познавать, да, познавать процессы, которые происходят в мире внутри себя. Вот этот конкретный тур, который предложила нам наши гости Ольга Лебедько, он направлен, собственно, на поиск себя и своей силы, потому что мы понимаем, что приезжают к нам жители преимущественно больших городов, и в больших городах вот этот ритм жизни стрессовый. Я сейчас сама нахожусь в Москве, сама тоже в таком подтянутом немножко состоянии, поэтому говорим, что Байкал является такое место, куда можно приехать и прям просто вот смотреть. Просто смотреть на то, что происходит вокруг, и на то, что мы влиять не можем. Например, если на льду случилась трещина, то делай, не делай, что хочешь, трещину придется объезжать. Да, вот таким вот способом люди немножечко заземляются, замедляются, начинают работать медленнее и понимают, что не все, собственно, мы можем здесь сделать. В Бурятии у нас есть два базовых сезона и одно межсезонье. Скажем так, базовый сезон зимний, вот как раз-таки, который скоро начинается. Вот у нас здесь на правой фотографии человек на буханке. Буханка – это стандартное средство для передвижения на льду, по льду точнее. И как многие, наверное, из вас знают, что зимний сезон на Байкале длится у нас в Бурятии, по крайней мере, приблизительно с середины февраля по конец марта. Лучше избегать срока с 23 февраля по 8 марта, потому что здесь достаточно большое количество людей на праздники происходит, приезжает. Но, тем не менее, как говорится, праздники есть праздники, поэтому у нас тоже есть тур как раз-таки на праздники. Есть туры с пересечением Байкала и несколько туров, которые я лично провожу как психолог, то есть с участием меня и с применением тех знаний, которыми я обладаю. Поэтому тур перезагрузка, да, он предлагает вот дать себе неделю. Мне кажется, что сама по себе вот эта история с перезагрузками, история с детоксом цифровым, с тем, чтобы как-то с собой разбираться, она сейчас очень хорошо звенит в крупных городах, в Москве, скажем, в Новосибирске, во Владивостоке, в Петербурге, что люди постоянно хотят вот каким-то образом избавляться от того, что им мешает. И вот такая вот перезагрузка, это как раз-таки, можно сказать, встряска. То есть человек может дать энергию на какое-то время, и мы, конечно же, в рамках тура вшиваем такие моменты. Вот, например, у нас есть купание в проруби, да, но мы не просто купаемся в проруби, я как бы задаю контент, да, контекст, почему мы будем купаться в проруби, почему это важно и с какими мыслями можно это делать. Можно просто искупаться в проруби, а можно сказать себе, что я смываю с себя. И каждый человек сам придумывает, что это может быть. Может быть, там, плохую энергетику города, может быть, там, старые какие-то ненужные отжившие себя установки и так далее. То есть тур у нас продуман достаточно грамотно. Мы в каждый, ну, скажем так, момент времени постоянно вшиваем какие-то истории для того, чтобы трансформация человека, изменение человека, перезагрузка происходила максимально подходящим образом. Второй сезон у нас на Байкале происходит летний. Я его, честно говоря, не то чтобы не люблю, конечно же, я его люблю. Самый пик сезона происходит во второй половине июля по середину августа. Я люблю вот сентябрь. По-моему, сентябрь – прекрасное время для посещения Байкала. Люблю, когда гостей еще нет, в начале июля или даже в конце июня иногда. Тоже бывает неплохо, иногда мы делаем такие поездки. Сентябрь, вот этот октябрь был прекрасен, и тоже можно в октябре ездить. Ну, конечно, есть такие сезоны, когда не очень приятно, например, там, ноябрь, вот сейчас, да, то есть я уверена, что Байкал прекрасен всегда, но, тем не менее, делать какие-то активности в ноябре сложнее, чем, например, в теплом сентябре. Поэтому говорю, что два сезона и межсезонье. Межсезонье там в апреле, например, тоже такой интересный период, когда лед все еще стоит, но он уже непрозрачный, уже не так интересно. С другой стороны, когда мало гостей, и человек может почувствовать, представлять себе вот эту
простор. Некоторые люди говорят даже, мы просто приезжаем на Байкал не первый раз для того, чтобы просто глаз не упирался никуда. И мне кажется, что это тоже волшебное ощущение, когда человек может просто смотреть и видеть достаточно большие пространства перед собой. И это действительно для некоторых людей, которые живут вот в больших городах и редко имеют возможность это делать, мне кажется, что это важно. Программа тура у нас плюс-минус одинаковая и зимой, и летом, то есть мы посещаем плюс-минус одинаковые места, но только активности у нас разные. Когда гости вылетают вечерним вылетом из Москвы, мы всегда говорим о том, что каждый сам может решать, что он будет делать в этом туре и что не будет делать в туре, потому что эта история достаточно индивидуальная, кто-то хочет активно применять все практики, которые предлагаются в туре, а кто-то не готов, например, там, стоять на гвоздях, условно. Ну, это пример. Кто-то это делает, кто-то это не делает, поэтому мы совершенно спокойно к этому относимся, потому что это прежде всего тур, и только во втором, и только на втором месте это как бы условно назовем это тренинг, да? Поэтому все-таки это больше тур. В первый день мы посещаем Иволгинский Датсан. Иволгинский Датсан – это прекрасное место, место силы. Те, кто понимают и работают с энергиями, с энергетикой, даже те, кто не работает с этим, но имеет высокую чувствительность, сразу же ощущают это прекрасное место, говорят, что это волшебно, это прекрасно, это хорошо. Здесь есть какая-то магия, скажем так, успокоение, да, поэтому первый день называем успокоение, когда человек после вот такого большого, скажем так, особенно перед поездкой, мы все знаем, что происходит, да, люди быстро-быстро собираются, там какой-то прям кипиш случается, и здесь человек приезжает, а в Бурятии никто никуда не торопится, особенно в Алтынском Датсане. Все ходит достаточно мерно, размеренно, соблюдая и уважая свое время и течение этого времени. Поэтому для гостей это бывает обычно такой вот шок, что нужно как бы замедлиться. Мы предлагаем в этот день замедлиться. Ну и, конечно, мы начинаем знакомить гостей с кухней в рамках этого тура, ну и других туров мы предлагаем как вегетарианское, так и не вегетарианское питание. То есть все можно организовать, все делается под запросы конкретные участника. В рамках Иволгинского Датсана что у нас еще происходит? Мы посещаем нетленное тело Хамбуламы и Тигелова. Это один из таких причин, почему вообще люди, и особенно буддисты со всего мира даже приезжают в Иволгинский Датсан, для того, чтобы увидеть человека, который находится в том состоянии самадхи. Да, мы называем это состояние самадхи, состояние, когда человек погрузился достаточно глубоко в себя и замедлил некоторые процессы. То есть Этигелов прожил 75 лет, скажем так, на земле, потом его закопали под землю, 75 лет он провел под землей, и вот с 2002 года он уже в Иволгинском Датсане, его тело не подлежит, скажем так, разложению, то есть процессы какие-то определенные происходят, но не так, как у обычных людей. То есть сейчас ему порядка 170 лет. Поэтому вот этот феномен нетленного тела или бесконечного тела, как еще говорят Хамбуламы и Тигелова, это очень интересная история, поэтому люди любят приезжать, и для людей это очень интересно. Людям это нравится. И ну, это действительно удивительный факт, конечно, влияющий на многих людей, и это такая отправная точка нашего путешествия, да, когда люди это видят. Потом что? Ну, живем мы, как обычно, в хороших отелях, в Бурятии, в Улан-Удэ это гостиница 4-звездочная, как правило, бывает, ну, или минимум 3 звезды, или Бурятия, или Байкал Плаза, мы, как правило, выбираем. На Байкале это гостевые дома, тоже с хорошей инфраструктурой, поэтому гости не чувствуют того, чтобы они были как-то особенно ущемлены, скажем. На следующий день мы выезжаем на Байкал и вот чувствуем вот этот дух Байкала, да, вот эту силу. Человек может, даже один был такой гость у нас, он руководитель достаточно большой и известный всем в Москве организации, которая пользуется там миллионы людей даже в день, скажем так. Он говорит, мне нравится, когда ты приезжаешь на такое место, и тебя как бы нет, то есть ты становишься маленьким человеком. Я говорю, лучше, чтобы там не было связи, но у нас в рамках этого тура практически везде есть связь, поэтому здесь этого не получится совсем уж без связи, но можно организовать в целом.
Поэтому на Байкале, конечно, вот такой вот дух Байкала, да, и здесь в этот день мы как раз, как правило, закаляем дух, если это позволяет нам погода, в любое время как года мы купаемся, то есть на Байкале, вот если мы посмотрим на вторую картинку, то мы купаемся в любое время, это очень классно, мне нам нравится купаться на Байкале зимой, летом, осенью и весной, то есть всегда мы говорим о том, что тот, кто искупался на Байкале, тот не будет болеть целый год, и я думаю, что это действительно помогает многим, многим людям это сделать. Ну и, конечно же, у нас есть базовые активности, это как катание на коньках, это просто фотографирование на льду, это просто гуляние, слушание байкальского льда, да, мы припадаем ухом к льду и слушаем, как он трещит. То есть все обычные туристические активности, они также имеют место в рамках тура, но помимо этого мы добавляем еще, скажем так, свои смыслы. В следующий день мы посещаем... И с этого момента мы, в рамках этого конкретного тура мы находимся постоянно на Байкале, потом просто у нас такие выездные истории, они радикальные, они радикальные. Да, мы погружаемся в Баргузинскую долину. Баргузинская долина – это место рождения матери Чингисхана, считается. Такое сакральное тоже место. Это уже не на Байкале, но за Баргузинским хребтом. То есть, если вы посмотрите на первую картинку, не знаю, правда, насколько вам будет видно, за хребтом находится Байкал уже, там... Баргузинский заповедник, там уже медведи на берегу, с одной стороны, с другой стороны, вот такая вот история тоже про буддизм на самом деле, но в большей степени не про буддизм, сколько про места силы, там живут настоящие деревенские, обычные, простые, ну или не очень простые буряты, и мы туда ездим для того, чтобы показать быт, настоящий деревенский быт. Он достаточно интересен, там люди, которые никогда, допустим, не доили корову, могут подоить корову, такой опыт испытать, попить молока после этого тепленького еще. Это, ну, как правило, бывает для людей очень интересно и так прям природно, близко, скажем так, к земле. Ну, главное место здесь – это вот Баргузинский датсан, который находится в горах, и там... Есть место, где это тоже один из, скажем так, магнитов, почему люди приезжают в Бурятию, это место, где можно просить детей, да, то есть бездетные пары, которые хотят вот этого дара материнства или отцовства, они приезжают в Бурятию и едут в Баргузинскую долину. Это достаточно далеко, от Улан-Удэ уже 370 километров, дорога частично хорошая, частично уже плохая, поэтому... Это путешествие, оно такое, знаете, запоминающееся, ну, я думаю, что многим-многим на достаточно долгое количество времени. Прям любопытно, как люди, ну, доезжают и потом влюбляются в это место, многие приезжают еще раз и еще раз. Ну, основная вот мысль, это вот одно из самых сильных мест. У меня как раз-таки учитель, с которым мы работаем, да, в рамках психологических историй, у него интегративный метод, свой метод называется терапия души. Он как раз-таки родился в рамках тура, который я организовывала как туроператор. И там родился метод терапии души, такой интегрирующий разные подходы в психологии, например, там гештальт-терапию, расстановки, коучинг, то есть такой объемлющий достаточно метод, и вот, в общем-то, я была его проводником, на этом месте силы у него родился этот метод, потом я приехала в Москву, я обучилась у него. Вот такая вот у нас интересное объединение. Поэтому те, кто приезжает в Баргузинскую долину, тоже, с одной стороны, замедляют, с другой стороны, обретают для себя смыслы. И самое интересное, у меня была такая большая группа из Казани, понятное дело, что никто из них не буддист, но люди настолько прониклись, потому что место силы, оно не связано с религией, естественно, и очень неплохо, скажем так, прокачивает какие-то дела сердечные, то есть развивает очень сильную душевность, и это классно. Ну, мне, по крайней мере, это очень нравится, откликается. Что еще интересного отсюда можно посмотреть? Можно ехать, конечно, в Баргузинскую долину, там достаточно много всего интересного, горячие источники, но там уже дорога плохая, и инфраструктура уже не очень хорошая, ну, с точки зрения качества проживания, к примеру, ну, и дороги, конечно, тоже влияют.
В четвертый день у нас такое замедление. Мы едем в Чевыркуйский залив. Чевыркуйский залив – это один из заливов на Байкале. По моему мнению, самый красивый, я его так называю, самый красивый залив на Байкале, по моему мнению, опять же, некоторые со мной не согласятся. Но, тем не менее, вот такая изрезанная береговая линия, вот вся такая красота, бирюзовая вода. Это летом и зимой, за счет того, что залив достаточно мелкий, он самый, ну, такой 9 метров там глубина, в отличие от, допустим, соседнего Бургузинского залива, где 400 метров, поэтому там возникают маленькие островочки. Так, у меня что-то тут случилось. Ну, ладно. Островочки, значит, возникают, и как раз вот вы видите на нижней фотографии, там есть такие сосульки, вот те самые сталактитовые сосульки, которые образуются за счет штормов, когда накидывается по осени вода на острова, и потом впоследствии замерзает, вот, превращаясь вот в эти самые сосульки, появляются такие красивые наплески. И люди, в общем-то, приезжая туда, они, конечно же, вдохновляются, очень красиво все это смотрят. Ну, в общем, это то, зачем вообще приезжать на Байкал, посмотреть лед, посмотреть вот эти сосульки с пещерами. В пещерах иногда мы там чего-нибудь тоже делаем, если народу получается, что немного, можно там какую-то практику небольшую сделать. Это интересно. Презентацию, да, презентацию я пришлю, ребят. Сейчас я напишу здесь свою почту, и можно будет мне сделать запрос или обменяться визитками здесь на Profi Travel. Давайте я на всякий случай и то, и другое делаю. Лилия Шорова меня зовут. А вот это моя почта. Лилия Шорова, gmail.com. Ну, личная, да? Да. Значит, замедление. Тут же мы можем кататься на судне на воздушной подушке. Это, в общем-то, все доступно, все интересно. То есть мы... И там же термальные источники есть еще, кстати. В этом же Чевыркуйском заливе есть два термальных источника, и мы там купаемся. Это всегда вдохновляет, как, когда на улице холодно, мы можем взять и раздеться, и искупаться. Это, конечно, тоже мы там зашиваем смыслы свои, но даже для тех, кто, собственно, этого не делает, это можно сделать. А дальше у нас... Идет день последний, да, когда мы улетаем, но по факту мы не всегда улетаем сразу же. То есть, как правило, мы добавляем еще несколько дней, по крайней мере, в туре, который я организую 12 марта, тур со мной, тур с психологом, вот где мы будем максимально включать вот эту историю, мы включаем еще 2 дня для того, чтобы проводить терапию. И вылет у нас получается не на 5-й день, а только на 7-й. Ну, то есть мы делаем все достаточно более медленно. 1 день у нас уходит. Вот как раз мы съездили в Чевыркуйский залив, вернулись домой на базу на Байкал. И потом оттуда уже с Байкала мы медленно возвращаемся в Улан-Удэ, обсуждаем это все обязательно в хорошем ресторане. То есть мы очень любим вкусно и красиво покушать, поэтому у нас обязательно хороший ресторан в последний вечер. И еще 1 день дополнительный мы как раз-таки, ну, 1,5 дня получается, 0,5 дня отъезда, и еще 1 день мы тратим для терапевтической работы, и вылет у нас получается на 7-й день. Таким образом, у нас получается целая неделя перезагрузки. Вот в таком формате мы работаем. Туроператор Сакральной Бурятии еще раз. Вот здесь наш Инстаграм, да, только Байкал Джорни. Сейчас я еще, видимо, напишу свой телефон. Мы делали для партнеров, для того, чтобы можно было рассылку делать, и здесь поэтому нет прямых контактов. Вот это мой телефон еще раз. Поэтому можно связываться. Мы делаем также, помимо вот наших продуктов, продукты, которые мы делаем под заказ, то есть это индивидуальные гости, которые приезжают. Ну, еще раз повторяюсь, что на 23 февраля и на 8 марта, там с 8 по 10, по-моему, 3 дня, есть также небольшие путешествия, они не связаны уже с трансформациями, они просто связаны с Бурятией и Зимним Байкалом. Есть один тур тоже в марте с пересечением Байкала из Иркутска, из Сальхона, точнее, в Бурятию, вот таким вот образом. Он, по-моему, 8-дневный. И под запрос мы также делаем то, что называется tailor-made tours, да, то есть туры под заказ. Наверное, пожалуй, на этом у меня все. Если есть вопросы, я готова сейчас ответить на вопросы. Могу еще какие-то темы осветить, потому что у нас есть время. Я достаточно быстро закончила. Если да, есть у вас вопросы, пожалуйста, пишите их в чат. Я готова буду ответить на вопросы.
По поводу стоимости, да, этого тура, стоимость тура у нас порядка, вот, если 7-дневный брать, получается порядка 120 тысяч рублей, включая проживание, питание, все участия лам, шаманов, консультации оплачиваются отдельно, если вдруг они нужны, гостям. Ну, я имею в виду консультации ламы и шамана персональные, то они оплачиваются отдельно, но это не очень большие деньги, что-то вроде там 500 рублей, может быть, даже меньше, может быть, больше, в зависимости от пожеланий, потому что ламы и шаманы принимают это за донейшн. Да, стоимость датуров мы, к сожалению, еще не обновили на сайте, но можно написать мне, я пришлю всю информацию. Здесь могу приблизительно продублировать. Ну вот, если базово говорить, сборный тур у нас есть на февральские праздники там, на 3 дня, на мартовские праздники на 3 дня. И в конце марта, получается, с 12 марта это мой тур 7-дневный, вот, который я вам презентовала. Он у нас один в этом зимнем сезоне будет со мной. И один тур, он будет достаточно простой, без практик, с пересечением зимнего Байкала. Сколько человек в группе? Мы стараемся обычно до 12 человек в группе делать. Ну, то есть 3-дневные поездки в прошлом году было, по-моему, где-то порядка 12 человек. Ну, то есть просто потому, что 24 февраля, помните, в прошлом году как раз эти праздники были 4-дневные, поэтому было большое количество людей, но, как правило, больше 12 мы стараемся в группу не брать. В летнем сезоне, да, есть вот похожий тур, такой же, как это, то есть мы посещаем, по сути дела, все те же самые места, только активности у нас летние. Есть он, да, если вы мне напишите, то я вам пришлю описание летнего тура, также в PDF-формате. Что еще рассказать? Спросите меня что-нибудь. Ну, что сказать? Бурятия уникальна. В Бурятию к нам летает из Москвы 2 самолета. Один, оба вечерние, то есть вечером человек садится, на следующее утро гости уже в Москве. 2 авиакомпании у нас летают. Это Победа из Москвы, я имею в виду, это Победа, говорю. Это Smartavia, Discounter и S7. Летают самолет каждый день, даже несколько раз в день. Они вот вечером вылет из Москвы, утром прилет. И назад утренний прилет где-то в 9 часов, там по-разному бывает, ну где-то в среднем в районе 9 часов вылет из Москвы, из Улан-Удэ, и прилет там порядка 11 часов дня. Вот поэтому люди не так сильно теряют время на перелет, хотя перелет действительно достаточно долгий, 5,5 часов. В рамках туров мы преодолеваем там порядка 1000 километров, но стараемся больше 5 часов в день не ездить, ну, я имею в виду не проводить в автобусе, потому что, несмотря на то, что расстояния большие, мы все-таки стараемся это разбить так, чтобы людям было комфортно, чтобы гостям было удобно и слишком утомительно, потому что дороги действительно до поселка Узбургузин, там это примерно 270 километров от Улан-Удэ, достаточно далекие, поэтому вот так, чтобы люди не уставали. Обязательно ли ехать на неделю или можно 5 дней? Да, можно хоть на 3 дня. Если в рамках трансформационного тура тоже можно на 5 дней, вот как здесь указано, то есть просто вы, скажем так, будете ограничены, то есть часть гостей может быть ограничена туром именно в терапевтической работе, можно уехать, нет проблем, вообще нет проблем. А на 5 дней также можно будет сделать, да, я цену отдельно дам, пересчитаю, ну, будет порядка где-то 70-80. В зависимости от типа проживания, то есть живет один человек или не один. Экскурсии без тура можно ли организовать? Да, конечно, у нас есть на Трипстере достаточно большое количество предложений, ну, персонально от меня и не только от меня, можно напрямую организовывать. Мы организовываем экскурсии в Волгинский Датсан, на Байкал одним днем и под заказ, там разные еще экскурсии у нас есть. Например, в Бурятии есть такая уникальная локация, 33-метровый Будда на скале, то есть там такая отвесная скала, и на эту скалу нанесено изображение Будды в 33 метра. Ну, то есть вы представляете себе, что 33 метра – это все-таки достаточно высокий дом. И как раз-таки туда через заказник лежит дорога, очень вкусно пахнет, в конце лета и осенью там брусника, люди идут, могут чего-нибудь такое уже сорвать, грибов достаточно много, то есть такая, знаете, тоже природная история, и когда потом вроде идут в горы через лес, а потом раз,
там в конце такое вот 33-метровое изображение Будды. Ну, вот туда можно съездить. Потом что еще, куда мы экскурсии делаем? Например, есть бурятские этноцентры недалеко от Улан-Удэ, есть прям, прям совсем практически в Улан-Удэ. Есть далеко от Улан-Удэ, то есть можно бурятские истории организовывать. Также у нас есть старообрядческие села. Вот туда тоже можно посмотреть на старообрядцев Забайкалья, на их уникальное пение, которое было внесено в нематериальное наследие ЮНЕСКО. Я обожаю, как старообрядцы поют. Это, честно, это просто что-то. Что вроде ты понимаешь, что это как-то по-русски, но не понимаешь, о чем это. Потому что, ну, старый говор, это очень интересно, я считаю. Поэтому, да, экскурсии, конечно, тоже организуем. Можно присылать запросы мне, и готова буду с удовольствием с ними поработать. Вот, если больше вопросов нет, то благодарю. Это была Лилия Ашорова, туроператор «Сакральная Бурятия». Будем рады взаимодействию, сотрудничеству, открыты, готовы к разным коллаборациям, к историям, можем сделать майс какие-то мероприятия. Поэтому будем очень рады, да, взаимодействию. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, я пока еще пару минут здесь. Если нет, то спасибо за внимание, благодарю за то, что слушали, за ваше время. И до встречи в Бурятии, надеюсь. Спасибо.